что такое? Давайте. Смотрите. Расскажите, как вам поездка? Да нормально, весело получилось. Тебе понравилось? А что вы делали? Ну, там в храме были, бабушка купалась. Не боялся за бабушку? Там две было. Таких. Нет. А что больше всего понравилось? Мне же скажи, что понравилось. Храм. Какой? Здорово. Как он называется? Белогорский храм, где... Я что с ним? А у Людмилы какие впечатления? Слушайте, я в восторге от Быма. В восторге от Быма, от этой, этого храма Александра Невского. Вообще, прямо хочется сюда приехать. Вот зашел туда и, как говорят, вдохнул, как будто здесь и был. Вот прямо иногда стесняешься, да? Иногда смущаешься, а тут прямо зашел и... Ах, вот как-то воздуха не хватило даже. Вообще шикарно. Вообще в восторге. От Белой горы тоже в восторге. Покупались, искупались. Очень все понравилось. Замечательно. И гиды у нас сегодня прямо замечательные мальчики. Оттого мы в таком хорошем настроении. Кофе за вас пью, ребята. Да-да.